Да он летит еще. Просто Alt F4 и зайди просто в игру. Потом, да нет, типа, это макрос называется застревание в текстурах. Это скрипт. Это его не то макрос. Он, он покидает тело, даже если у тебя серая кнопка. И это нихуя не да, скрипт. И рисаешься на кладбище без маски, без всего. Он у меня да. стоял на легионе где-то. Это скрипт, а не макрос. Он у меня и на катаклизме стоял. И на лече стоял. Нахуй. Его скидывали. Это скрипт? Не, на цирку. Да, на цирку. Я... Да, там скрипт. Все, нажал. Мастер, как я понял, короче, щитки не показывает, потому что... Щиты 5. Он не показывает, потому что в рекаунте не внесено эти щиты, блядь, из Маты 5. Да, да потому меняется, что... Поэтому не показывает. Сделали 15 уровень щита надо выделить. Я не знаю, вряд ли. Либо скаду. 15 уровня щита нет. Сделают. Блядь, есть, покажут, есть рекаунт для Сируса. Вот, короче, идете, пишите на форум, что не показывает, кидайте пруфы, что не показывает, и они, короче, заливают новый аддон. Да что вы сусолите, рекаунт не показывал даже на оригинальном, блядь, ок. Поставили. Че рекаунт не показывает на оригинальном, что-то показывает. Нихуя он не показывает. Рекаунт абсорба. Не показывает абсорб. Это может а скада это что, может блядь? Показывать. Это что нахуй? Это что? Ну, это... Это исцеление, это дополнение, которое качается специально. Абсорб и хил и абсорб. Мастер Андрей сказал про оригинальный рекаунт Сируса. Все здесь, добавьте рду, добавьте паладины, что не добавили. Погнали ластрай. Все тут, нахуй. Ластрай, потом идем квест делать, если хотите. Ага. Ой, ну завтра. Если мы на второй фазе, блядь, опять умираем, нахуй, из-за незахила, блядь. Агро и бузер, я не знаю, делайте, что хотите, блядь. Меняйте шмот, блядь. Идите, на. Чё ты хочешь сейчас скелейте? Общими хилами выживали до пятых валик. Можно, а там, походу, в рейдах... Валик поражений очень много. Короче, есть предложение пойти келли трейдить после квеста. Отлично, погнали. Я за. Релишь ты его? Да. Вошел. Нет. Я релю. Ну, сейчас минус 3, ты будешь собирать на этого келля, нахуй. Как минимум полтора часа. Кто мастер, я тоже, скорее всего, отойду. Ну, потому что, ну... Я что-то подустал и не хочу еще на келе потом идти. Честно, вот. Просто желания нет. Хватит в рейдах подустать. Как так-то, блядь? Кулаки дайте, пожалуйста. Федор, кулаки раздал быстро. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты Рост. ДД. Мы смотрим. Милики. Классно вынесло, милики. Шаг сделай, сомалийский. Угу, вот так. Ловушка, смотрим. Клики бегом, РДД шаг, все шаг сделали. Посмотрим. Шреддер, милики. Шреддер вынес, бегом. Вудшейпер, Шреддер, диспел. Миша про диспел. Пан диспел. Эл-Рей. Блядь, чума вынеслась, ёбаный в рот. Дима, прожмись.
Д. Передвинулись. Сомалийский подвинулся. Милики на месте. Чуму сейчас вынесите, там нет чумы, блядь. Есть одна. Он нужен в любом случае. Сейчас. ДД. Ой. РДД вышли. Перейдите. Застик. Застик, чума. Диспел. Блять. Два раза сказал. Вы чё, спите? ДД, все подвинулись. Милики тоже. Идем дальше. Чуть-чуть. Маш, сейчас вынести ее. Класс, РДД. Сомалийский, двигайся. Лутшейпер, шарпистул. Мидвей. Пан. Вы опять чуму забрали? Вы заебали. Как вы это ловите? Я не понимаю. Блин, так, маленький. Д, сомалийский, двигайся. Ты РДД, шли оттуда. Мидвей, чума. Сомалийский, сейчас идешь на наше место. Примерно. Чума, в милизоне. РДД в лече. Переводи, микстурка, переведи, 1%. Войд, чума. Блять. Ты быстрее нашел. Там чума. На маленьком. Есть чума. Маленький, забери. Всех маленьких забери, всех. Нет, нет, все нормально, остального оставь. Зашлись, раньше набрали, места много, разошлись. Хил сомалийского, из чё паладина, давайте капли, дай, ретрики. Лака заклеивайте вот этого мелкого. На ману пойте. Там поет. Сферы РДД. Субханк нужен, пиздец. Раньше набрали, отошли от гневного, чтобы он вас не убил. Места много. Я резну. Две сферы РДД. Переходка, 2 секунды, сферы. Слили быстрее. Ух, сбил, блядь. Ой. Забаф или вара? Пристабаф хотя бы дайте ему. Звезду стали. Дали в метку. Станы готовьте. Бомбик трусы. Слили бегом. РДД хилы на рейндж. Рассосались сразу из центра. Идите на пути валик. РДД. Трусы. Осквернения. Вышли все с центра. Агро. Отлично. Доливаем трусы. Стоим на месте. Лича в центр. Там осквернение. Али в одну метку, например. Не стойте с другой стороны лича. Квадрат стали. Стойте со спины. КД я залью. Им на ману, сэр. После ускорения. Да разошлись чуть-чуть из центра. Далеко не надо уходить. Только не в одну сторону все. Ну, вот, шейпер. Вот шейпер, отлично. Отливаем трусы и... Что там? Ромбик, бегом. Трусы, ромбик. Залили. На ромбик переключились побольше. Стан дайте кто-нибудь ромбику, быстрее. Центр не сбегаться, потом осквернение. Это РДД хилы. Можете тоже не сбегаться. Все равно осквернение. Осквернение, 5 секунд, разошлись. Места много. Центр не разлейте. Захил, захил. Бузер. Сбежались обратно. Где квадрат стоит? Сбежались в одну точку. Встали. Император созахил за это заражение. Ну и готовьте, паладин. Вальки, отлично. Залили. Два вара, залили, бегом. Закливали, лича вместе с ним. Лича у воде, осквернение. Рассосались. РДД хилы разошлись по сторонам. Милики, готовьтесь. Милики вышли от валик. Че голова, ушли от него нахрен. Долили валик. Лича на другую сторону перешли. Бегом. Ставь лицом к сохранению. Дорад стали.
Хил заражения. Бегу вам за хил заражения. Вальки, готовьтесь, стан, кто там дает. Роги там и. Больше влеча, пока нет валик. После валик сразу осквернение. Рассосались все нахрен. Ушли от валик. Осквернение. Умви, залили, дали стан, залили, ушли от осквернения. Захил заражение. Войда, аспера захил. Аспера захил. Заражение. Сдохнет же сейчас лог, сука. Поднимать не надо. На другую сторону перешли. Лучше влеча. Квадрат. Микстурка, подвинь его. Подвинь, поставь его прямо в центр. Сквернение. Сквернение первое. Потом вальки. Рассосались по кругу. Места много. Круг большой. Только не с другой стороны. Накопалось. В центр. Бегом в центр. Бегом в центр все. В одну точку встали. Валики. Поехали станы. Поехали по валькам. Бегом. Задотали. Заражение захил. Гим на хп, царь. Не сбегаться, будет осквернение. Поводилича. Осквернение. Подрассосались чуть-чуть. Места много. Больше в трусы. Больше в трусы. Император. Император. Захил императора. Сдохнет. Заражение. Ну. И жопа. Есть вставалка? Он в луже лежит. После лужи встанешь, надо прыгать. Та уже, захил его, забав. Сейчас будет вальки. Готовьтесь. После валика осквернение. Дим, прожимка на рейте. Разошлись, разошлись, осквернение. 4 секунды. Смотрим на ком. Это последний валька. По валькам, бегом, бегом по валькам. Все слили в них нахрен. По ромбику РДД. Захил. Женя захил. Император опять сдох. Опять сдох. Запалил. Влеча, влеча в центр. Влеча играет. Сквернение еще. Подразошлись чуть-чуть. О, не надо. Влеча, в районе круга стоит. Мидвей. Прокил рейда. Прокил рейда. Меня схватили. Хил, веди где две вальки. Где две вальки, веди туда, все лича бьют. В лича, бегом. Где две вальки, все в лича. Добили хрен, дали стан валькам, быстрее Ужас, какой-нибудь. Ты, беги за рейдом, блядь. Блядь, я вас... Все, стан, замедление, захил рейда, заражение. Быстрее лича перевели. На край, им на хп, кто-нибудь готовьтесь, совы, друиды. Свою херню отдаете. Прожим, куда? Отдали, рассосались, место набрали, рейндж набрали. Отлично, гимн на ману, следующий приз. Комнату этот поводишь, чулан. Рассосались. Так, БР, 4 минуты. Лагри есть, да. Рейндж, ну, РДД сферы. Рейндж наберите. Вы сейчас сдохнете. А того и гневного второго лови, справа. Пули гневного второго. Ну... Да хрена сфер, три сферы. Больше в гневных милике, пока РДД сферы заливает. Агро следите. Рова, две сферы. Ну, пусть останется. За кем бегать в комнате? За чулана. СС раскинули, если не раскинули бы СС. СС на микстурку. Три сферы РДД, бегом, четыре сферы. Забежали на... Вместе стоим. На краю стоим. Захил рейд. На фул захил рейд. Фул щиты. Бегом. На месте стоим. Никому за квадратом. Не кто не должен сдохнуть? РДДшники бьем. Бежали с центра. Мчаем в центр. Быстрее. Пошли на портал. Бегом на портал. На портал идем. Идем. Стоим на месте. Стоим в одной метке. Хилимся. Заливаем духов. Духов РДД двигаемся убиваем. По чуть-чуть. Двигайтесь. Бегом сюда. Стоим на месте, в одной точке. Бегом побежим. Побежали. Быстрей. Все, стоим на месте. Бузера захил. Духов бьем. Двигаемся по чуть-чуть. Двигаемся. Духов спереди.
Ну, бейте духов. Ноль ман. Перебегаем, перебегаем здесь. Бежим, бежим, бежим вперед. 4 секунды портанет, будет отвернение. Сразу разошлись нахрен. Раньше набрали. Мгновенно, разбежались. На мне. Ушли. Леча в центре не держать. С краю. Гимноману, бычьи головы. С краю. КД. А, дай берпами. Потом леча. Я дал гем. Будут духи. Потом осквернение. Чё на край его? Уведи прям, блять, на край. Да сейчас духов нет. Ну, в смысле, на любой край. Вот да. Поведёшь в противоположную сторону. Осквернение 5 секунд. Раньше набрали сразу. Набрали раньше. Будет дух и осквернение. Во что-то первое. Котлас. Отошли. Бьем лича, стоим на месте. Вышли, агру захил. Стоим на месте. Турка докастует, повел спокойно. Спокойно веди в центр. Не центр, а к... Веди. У нас Гера. Двигайтесь весь рейд. Хорошо, микстурку захил. Там сразу дух и осквернение будет. Центр. Забежались в центр, забежались бегом. Захилились, пошли на портал. Бузера захил. За квадратом. Им здесь, спокойненько, следите за меткой. Не надо вперед меня бежать. Блять, макрос не работает. За квадратом, пробежали. Сука. Конненько двигайтесь за мной. Кастанули, двинулись, кастанули, двинулись. Спереди дух, убили его. Ну, убейте. СС на микстурку. Если что, дали капли под баблом, блять, паладины. Минус 3. В бабле кто-нибудь танчит сейчас. Самолийский бабл таунт на себя, да, и держит. Да, да, да. Это 2 секунды. Пробегаем, пробегаем. Пробегаем, пробегаем. Бегом. Отошли с центра, отошли от духов. Все нормально. Ди, уводи, 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 уводи. Откинул духов, блять, не откинул. Духи, духи, блядь, духи. Ушли, не дохните от духов. Бежали нахрен оттуда. Взорвал в тучке, взорвал. Забирай место. Захил меня. Отверни, отверни его, блядь, край. Бел, если что, откатился. Бузер встал, бузер захил. Минус 3 хила, дайте бэра. Чулан, дайте бычьи голове, агро. У меня еще КД. Осквернение, вышли. Бьем лича, тут больше. Думаешь, дайте бычьи голове. БР, агро, слышишь меня? У него когда он меня БР? 11 секунд, и Берса минут. Берса 15 минут. После осквернения дойдите сразу Геру. Итак, захил сейчас всех, захил, захил, все захил, 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 пошли. Есть проблемы? Ко мне. Что? Бежим. Двигаемся по чуть-чуть. Просто так вас не двигаю. Не хильте, пробегай нахуй, бузер, блядь. Ух, сука. Блядь. Он не вырастет, не успеет. Бабл даун, кто-то из паладина. Если он вырастет, смотрите сразу. Вырос. Пробегаем, пробегаем. Все нормально, осквернение в центре прям, ушли от него. Давайте, Геру, бегом. Тару. Духи летят, парахил. Некому давать Геру. Понятно. Еще 24 миллиона слить, да, как я понял? Меньше. Двигай, двигай, двигай спокойно его, осквернение будет. Аккуратнее. По сторонам чуть-чуть рассосались. Толпе не разлейте, осквернение, секунды. На танке, на танке. Шли другим, от него, гусь. Шли от него. Пол духов, прошли в центре. 12%. Берса будет. Лаги. Меня показывают 4 минуты, берса еще. Духи, 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 не сдохните, царя захил. Стоим на месте, стоим на месте. Жатва, жатва. Же в центр зашли. Прожим. Захилились. Пошли на портал. Спокойненько. За квадратом. Духов спокойно. Блять, как вы в комнате так сдохли? Я вообще в шоке.
Я вот стою сам в себе. Духов добили, быстрее добили духов. И не дохну. Шли, прошли, прошли сюда. Бегом. Бегом сюда. Маны нет. Опять лямов, я вижу. Народу нет, некому бить. Кинул духов, пробежали. Стены прям уперлись в стену, отлично. Сквернение. Нету. Ойт. Ушли от духов, бегом от духов. Убежали нахрен оттуда, да даже не думайте. Ли, ушли, ушли. Я духов откину, секунда. Кайте оттуда. На ману есть. Блять, залил бычьей голове ману. Все, берса. И того 16 миллионов. Надо еще добить. Нет, там 9%, там меньше, чем 16. У меня забагалось, я не вижу процента. Я помню, что у меня 11 миллионов остается примерно. Вот, блять, почему, сука, с первого трая так нельзя, блять? В комнате никто бы не дох, было вообще шикарно. Ты, короче, смотри, чувак, ты водил медленно, и они... Либо следовать за тобой нажали, либо они просто тупые, ну вот кто там сдох. Если медленно, я каждые 2 секунды делаю шаг. Нет, я даже не каждый, каждую секунду. Как это было. Стою я, короче, смотрю, бузер кастит цепуху, я ему ору, блядь, беги, бузер, нахуй. Он дальше кастит, нахуй. Бац, взорвало его, нахуй. Пошли, знаю, короче, что сделал. Все, кто рядом прям со мной стоял, пара престов, которые прям во мне бегали, они сдохли. Там хилы повдыхали, и я вынужден был хилить, и маны вообще у меня потом, когда выходили, на фазу просто не было. Я практически не бил. Я там 2 доты повесил, и все. Меня еще, сука, Валька в другую сторону понесла, тварь ебаная. Меня, бля, да заражение не прохилили, нахуй, я бы, может, и выжил, если бы не было заражения. Ну, ребят, почти убили, господи. 9%, успокой. Да, ну, блин, ну, вот смотри, Маликет, вот... Погоди, царь, погоди, сколько нас осталось до того, как сдохли люди на вторую, на третью фазу, сколько нам было? Я не смотрел, но... Ну там нам минус 3 или минус 4 человека было. Минус 3 было. Минус 3 ДД. В 22 человека можно реально убить. 16 миллионов, ну поменьше что осталось. Если бы все выжили, мы бы убили. Там не 20 миллионов, я тебе говорю. Там было 19%, это 26 лямов осталось. Ну, тем более. Смотри, во-первых, нам нужен анхолик. Это обязательно, потому что у нас... Основной костяк РДДшников это ШП. Мы себя, у нас мы вообще не апаемся. Плюс еще ДКшники не апаются, нету анголика. Вот. То есть если у меня, вот допустим, всепожирающая чума 10к бьет, то под анголиком она у меня бьет 15 примерно. 15-14. Фена великана. Чисто, ребята, если не то пошло, у нас еще и 2 хила были такие себе, но, блядь, даже дошли до третьей фазы. Ну, будет проще, и Мося это, блядь, будет, но проще. Это вообще будет изи тогда. Маленький это, нахуй, ЗДД, есть, блядь. Плюс я, может быть, зайду на шаман. Алиса все время шла на первое место. Ну ладно, там ДЦ-шелки шел на первое место. Алиса хорошо, кстати, хилила, очень хорошо. Потому что один хвалипал хилит лучше, чем 2 хвалипала, блядь. Да блядь, ладно, когда... серьёзно? Ну ясен хуй, блядь, на этот раз я не уступала к Джагу Медвейсу. Короче, вся проблема в хилах. Сейчас, короче, сейчас просто... Да, проблема в том, что надо надрочиться, блядь, и правильно все делать. Вот на этот раз надрочились, уже 19% добили. На следующий, когда нахуй убьем, блядь. Если все придут, блядь, и сразу за первые, когда убьют. Я не знаю вообще, я не знаю, как можно за растор шамана 267-го, блин, быть 4-м местом по ХПСу, на личье. На ком бой висит? Мы на втором этаже. На всех этаже мы дракона пиздим. А вы уже трэш бьете? То класс не взял, спуститесь, возьмите класс. Ну, просто не протонуться. Сейчас добьем дракона, блядь, и стоп. Вайда, риснете? Наверное, уже не соберется. Я нормально вытил, я не знаю. Все, кто во мне стоял, не сдох. Вот все, кто отстал где-то в жопе мира, они помнят. Ты нормально, блядь, водил. Просто, блядь, если бы Аршам не стоял и не кастил, было бы все...
Вы, все, блядь, кто умер, же, скорее всего, где-то отстали, блядь. Потому что я когда ходил за чуланом, я вообще дамага не получал. А если получал, то все уходило в сап. А поэтому всех кучкую в центре, а потом бегу на портал. Ну, это так. Все там правильно, просто ребята некоторые... Они где-то отстали, они отстали, блядь. Говорите своими словами. Я же говорю, я же, блядь, вижу, нахуй, бузер кастует цепухой, говорю, блядь, бузер, беги, нахуй. Хоть бы хуй, блядь. Ладно, всем спасибо. Да. Не за что. Ой, стой, медведь, стой. Ты еще не уходишь? Ушел. А, блядь. Гуляйте. Миша, я про, не могу ловить медведя, чтобы он мне привязал. А хотя чего он мой? Боссум плюс в чат. О, бой начался, какой сум. А бой начался, ну после боя. Как он? Ну вот, ребята, нахуй, блядь. Придет еще основной состав, если повезет. Смотри, Виби, Маликет, я не знаю, где он. Моса, Турбо, нет. Вот я уже называю 4 человека, которые как бы, ну, Мос. Очень хорошо дополняют. Моса. Я сказал Моса. Таймоса охуенно ДПС, лучше, чем хилит, конечно, но, блядь. Всегда эрдру у нас не хватает, ебаных. Че, хилит он, кстати, думает. Он по факту топ у нас эрдру в гильдии. Потому что я больше других эрдру не видел. Не, ну они как бы были, но... Могу перейти. Я не сказал бы, что Моса прям вот хилит идеально, но он хорошо... Со всех эрдру, да, он самый пиздатый хилит, с которых я видел, по крайней мере, тут. Не, ну, я не знаю, я вот постоянно говорю, я просто не понимаю, как бузер дает такой маленький ХПС. Просто где не понимаю. Может быть, он кастует одну цепуху, стоит 30 секунд АФК, а там кастует цепуху, блядь. Бафы дали по-быстренькому. Чё тебе надо было? Веди к этому, к стене. Короче, привяжешь пала к этому ДК. Я к стенке, вижу. Стенку поставь его, где я стою, вот сюда. Все, ушел. Ну, примерно. РТД там, палатки. Встаньте сбоку, чтобы не ловить этот, как его, Вот давай, тут стоишь и нормально все, вот где я стою, у меня все окей вообще. Будет откидывать, я уже уперся. Чувак, дай ей на оператора. Как это был, блядь. Очень просто у нас. Бузер, блядь. 360 цепух, но это не считая просто того, что они бросались друг от друга, нахуй. Ни одной, блядь. Это легко, чтоб мне БР дать тебе. Ни одной. Ты даже без волны исцеления, он должен больше нахиливать, понимаешь? Без волны исцеления он больше не нахилит. У него хуй знает сколько хосты, мне кажется, у него очень маленький хосты. Мало. Если он не будет чередовать 2Т10, нахуй, то он никак не накинет. Дальше, тебе, по идее, нужно 2Т4 и 2Т10, нахуй. 4Т10, как по мне, вообще бесполезная хуйня. У него штаны стоят, которые нахуй ему не нужны. Да нет, перчатки ему нахуй не нужны. О, он может взять ее как этот... о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Он хилил ровно столько же, даже хуже, чем шаман, который был до этого. А тот шаман был 253-м. Карл, о чем мы вообще разговариваем? Возможно, у него лаги, поэтому и так мало хилит. Но он никогда, сука, не признается. Я не знаю, смысл тогда его брать в рейд. Я всю первую фазу лагал, прям зависал конкретно, прям вис. Если бы я не был в дисе, у меня бы так не было. Но я как бы типа командовал, поэтому мне пришлось это терпеть. И поэтому от меня дымак на первой фазе полное говно. Давайте всем монитор поцелую. Так вот, я пытался дотать, ни хрена не могу, потому что я вишу. Но понимаете, я вишу, но я вижу, что происходит там. Ну, в смысле, всю эту лажу я вижу. Но сам не могу бить. Дохните кто с чумой? Шарпи, дохни. Ну, пока самый удачный трай, по факту. Если соберется кор, да? То... Сколько? Мы ему 19% оставили, да? Да. Или 20%.
Ну нормально, но у нас, блин, опять же, я говорю, у нас тупо в ДПС и в ХПС уперлось. У нас тупо уперлось в тактику, потому что умерло 5 человек. В комнате умерли люди. Я не понимаю, почему вот я не дохну, почему мастер там не дохнет, но почему вы дохнете, господи. Ну я сдох, потому что меня Валька в другую сторону повезла, блядь. Ну, ладно, вы сами не видите, куда они падают, не знаете, но у вас есть метка. Неужели так тяжело просто двигаться за меткой? Это сверх вообще задача? У меня просто не хватает слов.